200 тысяч демонстрантов, в том числе и колпинцы, промаршировали по Невскому проспекту. 1 мая в Петербурге отметили с небывалым размахом. Утром 1 мая тысячи участников шествия начали собираться в районе станции метро «Маяковская». Прогуляться с флагами и растяжками вышли члены правительства города, профсоюзные организации, политические партии, колонны от районов города. Многие брали с собой детей. Шествие стартовало в 11. Даже стоя на одном месте, наблюдать за проходящими демонстрантами можно было не меньше 40 минут. Колбинские участники выделялись из толпы тремя автомобилями с воинами, тружениками и учеными. Такие платформы участвовали в демонстрации впервые. За культурное вождение, вот наш способ, должны быть в культурном городе культурные автомобилисты. Наши дети вместе с нами, так что мы счастливы, у нас праздник, и мы вместе с друзьями, сотрудниками отмечаем этот праздник, 1 мая. Демонстрация закончилась концертной программой на Дворцовой площади. Совпадение Дня весны и труда и Пасхи в этом году породило массу шуток, вроде «Мир, труд, кулич». Многие участники шествия искренне радовались двум праздникам сразу. И шутки, и радость, и Господь нас всех поддерживает во всем. Так что с праздниками вас. Пасху отлично отмечали. Вчера на службу ходили, яичко, куличи, я вас угощу. По данным полиции, в демонстрации приняли участие около 200 тысяч человек. Это в два раза больше, чем в Москве. Что стало поводом для еще одной первомайской шутки этого года. Труд воскрес, воистину воскрес.